Передай привет всем Наташе. Мы сегодня Наташу провожаем последний путь. Наташа завтра уезжает в Россию. В Екатеринбург, так что, друзья, встречайте ее с цветами. Свердловск, я лечу. Рейс 315, Хельсинки, Москва. Ой, Хельсинки, Екатеринбург. Хельсинки, Екатеринбург. Так, ну все, чувствую, завтра наберут поклонники ваши. Да. Ну что, давай скажи что-нибудь. А, что? Я люблю слайсить, а не писать. И на смайл. На смайл. Да, мы не обсед. Потому что нас кто-то суппортит. Да. Мы только что разговаривали, смесь английского и русского языка. Это моя смешка. Смешают. Пушки закладывают. Русские вставляют английские слова. Наташа уезжает ровно на месяц. Да. Так что не скучайте, я вернусь, и мы запишем новое видео с моим участием. Она будет присылать нам видео. Я буду присылать свои луки. Луки, блядь. Луки из Екатеринбурга. Мы заказали замороженных пельменей. Пельменей, сгущеночки. И гуся большого. Гуся? Да. Откуда у нас гусь в Екатеринбурге? Не знаю. А нет гусей? Что-то нет. Я тоже не знаю. Медведя, может, и балалайка, и валенка. Может быть. Пока. Все. Нет. Я потом буду плакать. Мы будем записывать на видео, как ты будешь плакать. И прислать Наташе? Плачь, смотри. Грустные, печальные глаза у Наташи. Вы бы знали, сколько их. Да, текут мои слезы, поэтому я надену очки, дабы вы не увидели звезду без макияжа. В слезах. В слезах. Заплаканные. Давай, скажи, когда ты там прилетаешь, может тебя кто-нибудь встретит там. Слушайте, да, встретите меня, пожалуйста, а то мне как-то друзей не в дом набросили, я просто в 5 утра прилетаю. Кто может, люди добрые, ну такси 500 рублей. Конечно, я понимаю, что это всего лишь 10 баксов, но я экономия же в России лечу, там все-таки проезд в троллейбусе, 23 рубля у нас стоит в троллейбусе. 23 рубля. А у нас проезд в автобусе стоит только... Ну, если посчитать, перевести на русские деньги. Если перевести на русские деньги, ну, примерно 180 рублей. А за 180 рублей ты в Екатеринбург можешь поехать на такси? Да, но только не от аэропорта, да. За 180 рублей в Екатеринбурге студенты неделю могут прожить, имея завтрак, обед и ужин. И компот. Ой, все, я пожала. Все, давайте, счастливого пути. Сейчас в буфете, в самом американском. Хочу чуть-чуть показать. Но я думаю, что здесь снимать нельзя, но я вот так вот скрытно все сниму. И вот здесь вот такая вот американская глубинка. Кушать сидит Альберт. Ну не надо! Единственное, хорошо, что в этом буфете только что здесь подают такое вот цельное мясо. Стейки хорошие.
Здесь все натуральное. Даже яичница. Да. Здесь очень вкусно. И называется буфет Golden Corral. Мы на двоих заплатили $24. Но пьем мы только воду, не соду. А если вы возьмете соду, то будет на $2 дороже. Все, приятного вам.